Наука – двигатель жизни. Говорим в микрофоны, ну, чтобы было хоть слышно, потому что все же пишем еще же, да? Говорим в микрофон. Что? Можно брать микрофоны, можно не брать микрофоны. Делайте, как вам удобно. Но аккуратнее не ронять микрофоны. Ну, здравствуйте. Это наука, группа, да. Ну, в общем... У нас первокурсники и второкурсники нашего вуза каждый год вот сталкиваются с одной и той же проблемой. Ну, то есть новые первокурсники в Новый год. Они хотят заниматься наукой, знать о предприятиях, которые сотрудничают с вузом, ну и с их научной деятельностью, с их проектами, с нашими объединениями научными тоже. Но у нас довольно сложная структура, и многие просто ну, не могут узнать об этом. Вот. Плюс к тому же у более старших курсов тоже возникают проблемы с поиском места для прохождения практики, которые они выберут не просто вот как-нибудь там в последний момент, а исходя из научной направленности, специфики предприятий. Вот. И исходя из всего этого, мы решили сделать наш проект. Да. Фестиваль науки – это проект, который позволяет вовлечь студентов в научную деятельность. И перед каждым проектом стоят свои цели и задачи, так и перед нашим проектом стоит цель. Это привлечь студентов Балтийского государственного технического университета имени Дмитрия Федоровича Устинова ВИНМЕХ к научно-исследовательской деятельности. Организация и распространение информации о научных объединениях, а также о возможности выбора предприятий для дальнейшей карьерного роста и работы. И задачи были поставлены такие. Мотивация студентов для научной исследовательской работы. Популяризация науки в стенах вуза. И демонстрация научно-технического достижений научных объединений. А также поддержка студентов, увлеченных научно-техническим объединением. Каким будет ход выполнения? Для начала нужно будет сформировать оргкомитет и четко распределить должность каждого организатора и сформировать техническую базу, то есть убедиться, что вся техника, которая будет необходима для фестиваля, есть и она работает. Затем идет привлечение научных объединений нашего университета, а также спонсоров и партнеров фестиваля. Формирование информационной базы, правил и расписание и четкая программа, которая будет включать в себя расписание всех лекций и бесед. И третья часть подготовительного этапа – это запуск пиар-кампании, включающая в себя формирование, распространение информации на интернет-ресурсах, с помощью афиш, листовок и создания мерча. В основной этап входят научно-популярные мероприятия, которые будут организовывать научные объединения нашего университета, партнеры и спонсоры. В эти мероприятия будут входить лекции от партнеров, а также стенды, включающие в себя информацию о объединениях и лаунж-бар. На кого же направлен наш проект? Целевая аудитория нашего фестиваля будут являться студенты вуза, нашего вуза, как первокурсники, так и старшекурсники. Почему же будет интересно первокурсникам? Да потому что мы будем самыми первыми, кто расскажет им о научной деятельности нашего вуза, об объединениях, которые есть в нашем вузе,
и о студентах, которые с помощью науки многого добились науки. Самая главная наша задача – это простимулировать вновь прибывшую молодежь. Почему же будет интересно студентам старшего курса? На этот вопрос ответить безумно просто, да потому что люди, которые... Каминка называется. Ну, не важно. Партнеры, вспомнил слово. Да потому что партнеры нашего вуза будут предлагать им пройти у них практику и, возможно, предложат будущую работу. Немаловажная часть, что же может дать вам участие в этих конструкторских бюро, это то, что если вы разработали такой патент, который будет иметь жизнь и дальше, вам дают на него грант, чтобы его разработать. Это гранты можно получить как в вузе, так и на предприятии, которые заинтересуются им. Также за участие можно получать очень хорошие повышенные стипендии. Есть такой вопрос. Как же привлечь студентов на наш фестиваль? Мы решили позвать хедлайнеров. Ну, кто такие хедлайнеры, я сейчас объясню. Это в первую очередь студенты года и выпускники. Выпускники, которые уже смогли добиться чего-то на своих предприятиях. Студент года, что он будет делать? Ну, он расскажет о своем нелегком, трудном пути в университете и может дать советом студентам первого и второго курса. Мне кажется, это будет очень интересно послушать столь великого человека. Вот. А выпускники могут рассказать о перспективах, которые ждут их на предприятии, дать совет будущим выпускникам и помочь как-то с выбором будущей профессии. В связи с проблемой нехватки информации у студентов о партнерах вуза, их присутствие на мероприятии необходимо. Студенты по-разному смогут познакомиться с деятельностью предприятий и партнеров. К примеру, послушать лекцию или небольшой рассказ от специалиста с этого предприятия и непосредственно с ним пообщаться. Кроме того, посетить выставку стендов и макетов. Огромное разнообразие в огромное количество информации, полученное на нашем мероприятии, внесет небольшая инженерная задача, которая будет дана предприятиям студенту. Это позволит студенту показать себя, проявить нестандартный подход к решению этой задачи, а также это будет хороший способ для предприятия выделить заинтересованных студентов и заинтересованных студентов, потенциальных работников. Кроме того, необходимо присутствие на нашем мероприятии внутренних студенческих научных объединений. Зачастую ребята, работающие в этих объединениях, настолько увлечены своей деятельностью, что забывают привлекать внимание первокурсников к своей работе. И влиться в коллектив, который уже сформировался, найти себе научное объединение, не зная толком о его деятельности, о его работе, о результатах того, что они уже сделали, даже заинтересованному студенту бывает очень трудно. Поэтому помимо предприятий и партнеров, выступающих на нашем мероприятии, у нас могут выступить научные объединения, которые покажут свою работу и прорекламируют себя, покажут, чем они занимаются, и этим самым привлекут новых ребят к себе. Сам же фестиваль будет делиться на несколько площадок, где гости смогут поучаствовать в обсуждении научных тем, в разговоре с представителями компаний и корпораций, которые сотрудничают с нашим университетом, и также попробовать себя в роли начинающих ученых. Будут представлены стенды, где студенты могут осуществить некоторые химические реакции, поработать на 3D-принтерах, поуправлять БПЛА и другими результатами работы робототехнического кружка и также многое другое. Там заглянуть внутрь оружия и других технических устройств наших конструкторских бюро. Также имеется возможность поговорить с разработчиками проектов, задать им интересные вопросы и получить исчерпывающие ответы. Привлечь аудиторию нам поможет информационные ресурсы вуза, например, сайт его, группа. Благодаря группам КБ и студенческих научных сообществ, интересующаяся аудитория сможет узнать о предстоящем мероприятии и потянуть за собой ребят, которые еще не определились.
Кроме того, ВУЗ обладает техникой, которая тоже поможет в информировании студентов, например, телевизоры. Также можно задействовать стенды для того, чтобы все участники смогли увидеть анонсы и развесить объявления, афиши в университетских корпусах и общежитиях. Помимо того, работает сарафанное радио, благодаря которому активные студенты смогут рассказать об интересном мероприятии, и, ну, чтобы вместе его посетить. Как итог всего вышесказанного, хотелось бы отметить важность данного проекта. В первую очередь, важность для нас с вами, как организаторов. Важность для нас, как организаторов. Большая наша часть только переступила порог университета, и тем не менее уже полна идей. Действительно замечательных идей. И это и правда здорово, что наш ВУЗ предоставляет нам возможность примерить на себя роль организаторов, получить этот бесценнейший опыт. Наша команда не стала исключением. Пройдя этот, возможно, сравнительно небольшой путь, мы многому научились. На этих выходных, знаете, мы даже посетили одно мероприятие, которое помогло нам лучше изучить нашу охватываемую тематику. Полагаю, некоторых из вас заинтересовала возможность сотрудничества с различными предприятиями. Явно есть и те, кто хотел бы посмотреть на последние достижения научно-технического прогресса в своих областях знаний. Наверное, есть и те, которым просто захотелось попробовать себя в решении каких-то практических кейсов или же просто позалипать на что-то технически интересное. Знаете, на самом деле, точно так же и со всеми остальными. Если честно, нас уже сейчас заваливают вопросами. А что? А когда? А где это будет? И именно поэтому мы считаем, что наш проект будет достаточно востребован в нашем университете. И в конечном счете, в нашем ВУЗе вспыхнет пожар науки, сопровождавший нас до этого не одно десятилетие. Наука – это неотъемлемая часть нашей жизни. И я надеюсь, что если вы придете на наш фестиваль, это сыграет вашу важнейшую роль в вашей дальнейшей судьбе. Спасибо, задавайте свои вопросы, мы с удовольствием на них ответим.